Можно вас? Вы видели, что вы снесли зеркало там у машины? Пойдемте, я вам покажу. Я вот сейчас... Вы мою чуть не задели машину сейчас. Пойдемте. Сейчас я вам... Ваш номер я зафиксировал. Вон машина. То есть, зачем вы так едете, скажите? Блин, я стараюсь не подальше ехать. Вы не подальше, моя машина вон там стоит, вы чуть ее не задели. Я думаю, сейчас точно заденете. И вот шибанули вот эту машину рядом. Вот номер Т-497-НМ-98. Вот я фиксирую все на видео. Вот вот снесено зеркало машины. Сколько она стоит? Ну я откуда знаю, это не моя машина. Сколько просто это? Чужому человеку сломал, и все, мы увидели. Ну надо, да? Это самое, я ему сейчас телефон оставлю. Поставьте. Да я понимаю. А вас как, да? Как зовут, расскажите. Я сказал. Как вас зовут? Аскар. Адхат? Аскар. А, Аскар. Оставьте телефон вот прямо сейчас здесь. А нет ручки. Ручка. Нет. Найду сейчас. Ему надо как-то на стекле. Вот так у нас уборка работает. Да? Бывает потери, блядь. Но я вас так... хотел похвалить, а что молодцы, смотри, убираете здесь все. Видишь, блядь, это самое. Надо плотно, чтобы... Ну как плотно? Здесь понятно. Здесь, во-первых, вы когда убираетесь, надо ставить объявление, писать заранее. Я сколько раз уже так говорил. Объявление, блядь, тут надо компании. Знаки. Четное или нечетное. А я вам расскажу, там есть знак специальный, раньше стоял, его вырвали. По каким дням здесь должна уборка? Раз в неделю. Да, бля, вы даже не представляете, вот знаки висят, народ все равно ставит машины. Ну. А все хотят, чтобы все чисто было. Так. Вы с этого дома, да? Да, да. Ну я, честно говоря, машина залетная. А? Машина, говорю, залетная, но телефон от самого оставить. Так, какой номер? Я пишу. Время сколько сейчас? Сейчас время... Так, 23:20, да, где-то? Сейчас я скажу. Плюс 7. Сейчас, секундочку. Я ему заплачу, да, если что, у нас стоит рублей 500, наверное. Ну, это вы сами разбирайтесь, да, там. Просто я, чтобы вы не уехали, потому что... 23:16, 23:15. По улице Новостройки, дом 3. Это... Стою вот так, и в меня въехала машина. Мы, блядь, целый день простояли, гаишник прождали. Гаишник приехал, говорит, и чего вы, говорит, это самый целый день? Ну, это понятно. За мелочь. А мне механик говорит, это самый, этот парень говорит, давай европротокол составим. Я говорю, пожалуйста, говорю. А механик говорит, нет, гаишников ждите. Гаишника отругали, и механик еще отругали. Да. Первая моя, это самая. Первая моя машина. Ну, слушайте, под замену здесь. Это не 500. Телефон какой? Это, плюс, это не 500 рублей. Плюс 7 ваш телефон. 953. Плюс 7. 953, да, правильно. 72. 72. 72. 72. Вот так я оставлю, потому что если он поедет, у него просто оторвется. Я поверну. Ах, там? Оскар. 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 Вот сюда, наверное, да? Вот. Да, да. Вот сюда. Вот дождик единственное, да, пойдет. Ну что, блядь, ручка замерзлась. Да главное телефон там. Так, сейчас зафиксируем. Аккуратнее еще раз. Куда его? Я не знаю. Вот сюда. Может, вот сюда, в эту дырку он прям. Вот. А у вас телефон-то с собой? Телефон в машине. Давайте проверим хоть ваш телефон.